Казалось бы, что проще? Повернуть. Но мало кто делает это грамотно. Так вылетают, что потом даже плавают. Ну, слушай, да он тут вообще не тормозит. Не успел. Поздно убрал газ, поздно повернул руль. Короче, антивход в поворот. Посмотрим, как ты справишься с таким же поворотом. Так, механическая коробка передач. Систему стабилизации я отключил. Значит, моя задача не улететь в Кувейт. И не в Кувейт, и не в Междуреченск. Так, скорость 60? Ну, 60 это слишком просто, это нужно уж совсем растеряться. Давай попробуем 80. А давай. Разгон до 80. Набрал. И перебрал. Как всегда бывает. Именно так многие и ошибаются. Поздно повернул и давай бороться с машиной. Тормозить, доворачивать руль на выходе из поворота. А как надо? Там, где ты доворачивал руль, его нужно было уже распрямлять. Учим мачете. Это идеальная траектория. Сбросьте скорость до поворота. В этой точке плавно уберите ногу с тормоза и поверните руль на нужный угол, чтобы потом больше не доворачивать его, а постепенно возвращать в прямое положение. Распускать. А здесь уже можно прибавлять газ. Эта точка называется апекс. Ага. Здесь машина проходит максимально близко к внутренней части поворота. Для нашей полосы здесь вершина поворота. До нее тормозишь, после... Ускоряешься, мягко нажимая на газ, распуская руль. Пробуй. Тормози. Рекс, пекс, апекс. Теперь хорошо. Почти. Что не так? Не смотри на капот, прогнозируй траекторию взглядом. Это как? Если вы прицелитесь взглядом, куда направить машину, руки получат команду к действию. Это шейно-тонический рефлекс. При изменении положения головы изменяется положение шеи, конечностей и тела. Не знал. Значит, куда смотришь, туда и едешь. Именно, туда и приедешь. Первое. Снижай скорость как можно раньше. Второе. В левый поворот заходи как можно правее. Право и левее. Точно. Чем шире заходишь, тем раньше и на меньший угол поворачиваешь передние колеса. Тем меньше вероятность сноса. Именно. Попробуешь? Давай. Так, скорость. Хожу широко, смотрю далеко. Хорошо, уже лучше. Ну что, давай еще разочек. Давай. Тормозите до поворота. После только газ. Отрабатывайте торможение на закрытых площадках, а не в водоемах.